Большие наушники с объемным звуком. Сегодня мы рассмотрим игровую гарнитуру Aphotec Bloody J527. Из коробки вынимаем лишь гарнитуру и документацию. Смотрим на наушники. Это полноразмерная мониторная модель с большими амбушюрами, которые полностью закрывают уши. Чашки выполнены из пластика, а обод выше – из металла. Оголовье получило автоматическую регулировку. Для комфорта на нем находится мягкая подушка с покрытием из кожзама. На каждой чашке имеется встроенная многоцветная подсветка, но управлять ею никак нельзя. Даже просто отключить, без полного выключения наушников. На левой чашке находится регулятор громкости и микрофон на гибкой ножке. Можно отрегулировать его положение, но убрать или снять микрофон нельзя. Также из левой чашки выходит единственный кабель в тканевой оплетке длиною 2 метра. На конце кабеля обычный USB-коннектор. В отличие от обычного коннектора 3,5 мм, при USB-подключении звук обрабатывается наушниками. Поэтому если в вашем компьютере простая звуковая карта, то качество звука не пострадает. И еще из особенностей. Отметим поддержку виртуального объемного звука 7.1. Давайте резюмируем. Тут большие амбушюры, саморегулируемое оголовье, подсветка и микрофон. Все, что нужно для комфортной игры. Но есть и нюансы. Микрофон не снимается, а подсветка выключается только с отключением наушников.